сложности опять были небольшие с озером. То есть несколько точек, вот как раз там буквально 2-3 было оставлено на севере озера, их не удалось отобрать по погодным условиям. А в целом все у нас отобрано, то есть опять же эти точки не удалось отобрать только в динамике. То есть весенние и летние образцы есть, то есть пробы в любом случае будут обрабатываться. То есть на представительность результатов это явно не повлияет. По тем данным, то есть, которые были представлены в прошлогоднем отчете, было ясно видно, что вот до озера Пясино, то есть, все южнее, там какие-то наблюдались повышенные концентрации разных загрязняющих веществ, то севернее уже все, этого уже ничего не было. То есть там было вполне все на уровне фоновых концентраций. У нас достаточно представительные, хорошие были уловы, представительные и с точки зрения видового состава, и с точки зрения количественного. Основная задача определить, скажем так, токсикологические характеристики рыбы, их возможность их использования для хозяйственных нужд. Ихтиолог, с нами работавший, он не охарактеризовал рыбу как поврежденную по общему осмотру, скажем так, визуальному. То есть все описания проведены и каких-либо там нарушений зафиксировано не было. На перспективе там 3-5 лет, с нашей точки зрения, последствия разлива, если не будут полностью устранены, то, по крайней мере, там сведены к минимуму. Но задач на Рыльском промышленном районе, вы понимаете, что на самом деле много. Это вот и изучение фоновых территорий, да, изучение многолетних мерзлых грунтов состояния, изучение зообиоразнообразия, работа с заповедниками и так далее. Поэтому мне кажется, что вообще работы на крайнем севере, они должны быть, естественно, ежегодными.